Мужик, откуда ты вылез? Я ученый, геолог. И ты пьяный, что ли? Знаешь, куда они полетели? Ну, там, миграция, кто их знает. Нет, молодой человек. Они полетели очень далеко отсюда. Ведь скоро здесь, по моим расчетам, будет большой бабу! Дедуля, да тебе лечиться надо. Я ученый, я занимался исследованием аномальных явлений в природе. Ты точно больной, иди лечи. Мне также сказали в моем научном центре, и поэтому меня оттуда выгнали. Но, по моим расчетам, через 2 дня здесь будет большой бабу! Мама, да быть этого не может.